ОГЭ 9 класс, задание 21. До экзамена времени очень мало, поэтому психическая атака перед экзаменом продолжается. Супер быстрый разбор. Задание 21. Решите систему уравнений. Нужно заметить, что левые части очень похожи. И видно, что левая часть второго уравнения в два раза больше, чем левая часть первого. Поэтому добьемся, чтобы левые части были одинаковые. Для этого обе части первого уравнения умножим на 2. После этого получится. 2 умножаем на 2 умножаем всю левую часть и на 2 умножаем правую часть первого уравнения. Дважды 2, 4. Получаем 4х квадрат. Далее, плюс 2 умножаем на 3у квадрат. Получаем 6у квадрат. Плюс 6у квадрат. Равно 2 на 11 будет 22. Далее, второе уравнение пока переписываем. 4х квадрат плюс 6у квадрат равно 11х. Теперь подставим вот это выражение в первое уравнение. То есть, чему оно равно? Из второго уравнения оно равно 11х. А значит, 11х можно подставить вместо вот этой левой части в первое уравнение. Подставляем вместо вот этого выражения в первое уравнение 11х. А что тогда у нас получается? У нас тогда получается 11х равно 22. Подстановку сделали. И теперь нам нужно переписать любое из этих двух уравнений. То, которое полегче. Самое легкое было вот это вот первое. Мы его перепишем сейчас. То есть у нас получается 2х квадрат плюс 3у квадрат равно 11. Переписываем. Теперь можно решить первое уравнение. Делим обе части на 11. Получаем, что х равен 2. И подставляем теперь х равное 2 во второе уравнение. Вот сюда. Тогда у нас получается 2 умножить на 2 в квадрате плюс 3у в квадрате равно 11, равно 11. Это первое уравнение. Далее, х равен 2, переписываем. 2 в квадрате, 4, 4 жды 2, 8. 8 переносим вправо со знаком минус. Получается 11 минус 8. Получаем 3. Таким образом у нас получается 3у квадрат равен 3. Делим обе части второго уравнения на 3. Получаем у квадрат равен 1. Откуда у будет равен плюс-минус корень из 1? А это значит, у нас получается x равно 2, а y равен плюс-минус корень из единицы. Но корень из единицы равен единице, поэтому y равен плюс-минус 1. Итак, у нас получается две пары корней. Первая пара x равен 2, а y берем, например, равен минус 1. То есть первая пара 2 минус 1. Или вторая пара нас устраивает x, x опять берем 2. А y берем второе число, то есть плюс 1, то есть единица. А это значит, что в ответ нам нужно записать две пары корней. Ответ. Первая пара 2 минус 1, вторая пара 2, 1. Кому решение понятно, лайк, кому непонятно, дизлайк. Задача решена.